Да, у меня прадедушка, он воевал. Ну, во-первых, он, когда началась война, он был председателем колхоза, и, к сожалению, на него возложили обязанность раздать повестки для того, чтобы молодежь приехала на сборы и, соответственно, направили на защиту Родины. Жили они, проживали в Татарстане, недалеко от Нурлата. И, к сожалению, он попал в плен, был ранен, и моя прабабушка даже не знала, жив или не жив, после того, как закончилась Великая Отечественная война, он месяца через три только вот приехал. Звали его Леонтьев Прокопий. Он уже умер? Да, он, к сожалению, да, умер, я его застала, мне было 3 годика, когда он умер. Здорово. А что вот вы могли пожелать ульяновцам, тем, кто сейчас живет, здравствует? Что бы своим согражданам пожелали 9 мая? 9 мая, ну, конечно же, мирного неба над головой и здоровья. Ну и, конечно же, всегда встречаться со своими родными, не забывать о них, любить.